Здравствуйте, дорогие коллеги! Я Саид Муминов, представитель платформы GetGuide в Узбекистане. И сегодня мы поговорим о важности видеоселфи на GetGuide. Видеоселфи – это важная информация для туроператора в принятии решения о работе с тем или иным гидом. Для того, чтобы снять видеоселфи, вам просто нужен смартфон. И в наши дни почти у каждого человека имеется смартфон, который позволит записывать видео. Выберите ваше любимое место в качестве фона и зафиксируйте смартфон. Или просто попросите своего друга снимать вас на видео. Хорошим фоном могут быть памятники или красивый пейзаж, или же сад вашего дома. Можно также использовать селфи-палку или трипод. На видео-селфи расскажите о себе на языке, на котором ведете экскурсию. Опишите место, где вы находитесь. Итак, ваш текст должен состоять из трех важных пунктов. Первое – это приветствие. Второе – где я сейчас нахожусь. И третий пункт – почему я выбрал профессию гида. Скачайте бесплатное приложение Viva Video для редактирования видео. На этом видео мы поговорим о приложении Viva Video и обработке вашего видеоселфи с помощью данного приложения. Заходим в приложение, выбираем пункт «Редактор», который обозначен большой оранжевой иконкой. Затем выбираем нужное нам видео. Далее выбираем опцию «Обрезать» в нижнем меню. И убираем лишние фрагменты. Затем нажимаем на галочку и сохраняем видео. И вам необходимо перейти в галерею для того, чтобы найти данное видео и отправить на нашу почту guidesofuzbek@gmail.com. Для того, чтобы мы с легкостью могли определить, что это ваше видео, в письме укажите ваша фамилия и имя. Убедитесь, что вас хорошо слышно, и размер видео не превышает 50 мегабайтов, и продолжительность не более 2 минут. После обработки отправьте видео на нашу почту. Мы после окончательной обработки опубликуем ваше видео на YouTube-канале GetGuide. И главное, качественное видео-селфи позволит вам находить потенциальных работодателей. Спасибо большое!